Литературное наследие Абая необходимо внедрять в образовательный процесс высших и средних учебных заведений, так считают представители костанайской интеллигенции. Это мнение у них сложилось после прочтения статьи «Абай и Казахстан в 21 веке» президента республики Касым-Жомарта Токаева. Познавая идею Абая, каждый сможет вникнуть в концепцию цельного человека. Поэтому в высших и среднеспециальных учебных заведениях курсы по изучению трудов великого казахского поэта обязательны. А еще на улицах и госучреждениях надо развесить баннеры со словами назидания Абая. В них человек, вне зависимости от своей специальности, найдет ответ на любой волнующий его вопрос.